Строительство второго источника водоснабжения для правобережной части регионального центра началось еще 33 года назад. Участок артезианских вод находится в 50 километрах от города между Кузоватовским и Теренгульским районами. Это так называемое Свияжское месторождение. К началу перестройки здесь успели пробурить несколько скважин и даже проверить воду на качество. Тогда заключение экспертов показало – вода безопасная, пить можно. Однако тяжелые для всей страны годы заморозили строительство водозабора на многие годы. Работы возобновили лишь в 2013-м. Несколько лет потребовалось на разработку проекта и получение лицензий в рамках существующего законодательства. В этом районе резервуары и запасы воды и насосная станция второго подъема. Первый подъем считаем, что это скважины. И два водовода диаметр 1000 миллиметров, 56 километров длиной. И выходит, здесь они проходят, эти водоводы, вдоль проселочных дорог, вдоль таких сел, как там Кувшиновка, Луговое, Пригородное. Строительство нового водозабора – мероприятие дорогостоящее. Только на начальной стадии привлечено порядка 50 миллионов рублей региональных и федеральных средств. И это далеко не конечная сумма. Продолжительный сам проект, строительство и пуск воды в общей сложности займет около 7 лет. Планируемая суточная норма – это 100 тысяч кубометров воды, позволит обеспечить чистой, безопасной водой весь железнодорожный и Засвияжский районы Ульяновска. Ленинский пока район будет оставаться из поверхностного источника водоснабжения, поскольку там уже на нашем существующем водозаборе, на существующих очистных сооружениях воды уже будет гораздо меньше, то там можно уже будет применять более дорогостоящие технологии очистки воды. Сейчас идет разведка запасов. На участке в районе села Спишневка работают московские геологи. Для столичных ученых не помеха даже 30-градусный мороз. Мы изучаем сейчас профиль реки Свияги, делаем поперечный профиль. Он будет состоять из 12 скважин. Они у нас попарные. То есть на левом берегу 6 скважин и на правом берегу тоже 6 скважин. Значит, вот одна скважина вот уже пробурена, вон там, вот глубиной 20 метров по проекту. Вторая скважина, она по проекту 100, но, возможно, будет чуть-чуть поменьше. Сегодня главная цель исследований – узнать объемы воды и еще раз убедиться в ее надлежащем качестве. По прогнозам специалистов, предварительные объемы запасов артезианской воды будут известны уже в августе. Рената Алиулова, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.